Всем привет, добро пожаловать на обзор французского среднего танка Lorraine 40T. То есть в этом видео мы посмотрим на его характеристики, я вам расскажу свое ощущение от игры на этом танке, значит, ну и скажу примерно своих целях, да, что я вообще хочу от этой французской ветки. Значит, ну давайте конкретно, наверное, об этом танке, да, поговорим сначала. Вот, значит, я вам честно хочу сказать то, что, в общем-то, я не фанат вот таких вот танков, да, вот как Lorraine. То есть он, мало того, что он картонный, да, так он еще и здоровый, как гроб, блядь. Вот, поэтому, да, он едет, да, он катается, да, он такой быстрый, подвижный, то есть перезарядка у него барабана где-то 45 секунд, в общем-то, барабан состоит из 6 патронов, в общем-то, с таким более-менее пробитием, как бы с уроном тоже, по-моему, где-то 300-400, вот, в общем-то, он хуячит, вот, но я не фанат, честно вам скажу, я люблю на таких танках играть, чтобы хотя бы, ну, да, средний танк, да, или там тяжелый, там, хуй его знает, или ПТ. Вот, я люблю, чтобы хотя бы была бы, конечно, какая-то броня, хоть можно было бы как-то защититься. Этот танк вообще, блядь, нельзя защититься. Это то же самое, у него броня, как, я не знаю, как, блядь, вон у ELC AMX, у елки. В общем-то, у него вообще нет брони. Также, если вот взять французский ПТ, хотя бы у них лобовая есть броня, у этого вообще нет никакой брони. Это просто пиздец, это такая картофельная вафля, что... в общем-то, защититься даже и нечем. Но если только вот как, да, от борта, может быть, сыграть, вас не пробьют. Вот, а остальное я даже не знаю, что же здесь придумать еще. То есть, как бы, да, и либо... ну, пиздец, тут все пробивается. И башня картонная, это все картонное. Бока-то, ну, если лоб картонный, то что говорить, да, о его заднице и о боках. То здесь просто пиздец. Поэтому... мне, честно вам скажу, я этот танк стараюсь поскорее прокачать, потому что из этой всей французской ветки средних танков, да, которая имеется на сегодняшний момент World of Tanks в игре, мне интересует как бы два танка. Это ELC AMX, это мой любимый светляк, да, который находится на 5 уровне. Я с удовольствием на нем играю, мне уже больше 2000 боев, наверное. Ну, я так думаю, да, где-то так. Надо посмотреть, кстати, сколько я уже на нем наиграл-то. Вот, он мне очень нравится, это вообще танк просто супер. Вот, и еще, когда я смотрел обзор и гайды, когда я еще сам видео не заливал, значит, других игроков, вот, мне, значит, очень понравился еще Батчат. Батчат такая тоже ракета, такая, блядь, веселая, короче, летает туда-сюда. В общем-то, он еще мелкий, тоже такой низкий. Также в него, ну, покрупнее елки, конечно, все-таки 10 уровень. В него сложно тоже попасть, он там юлит, блядь, жопы вертит, блядь, короче, стреляет из-под тишка, да, можно орду сливать, можно засвечиваться, то есть можно как бы на этом танке выбрать какую-то определенную такую вот, как бы свою роль, да, в бою, вот, в текущем бою. Вот, но на этом танке вообще нет никаких ролей, да, на этом танке только как бы пропустить всех вперед, да, пропустить всех вперед, а, в общем-то, дать выстрелить врагу, потом выехать, да, и расхуячить в него весь барабан. В общем-то, вот она вся его и роль. Почему? Потому что вообще сражаться на нем бесполезно, вам пизды надают. Вот. Даже мелкие хуи какие-нибудь. Вот. Единственное, светить на нем тоже не удастся, потому что вы сами будете светиться вместо ваших врагов, потому что он здоровый, пиздец, как был бы он поменьше, хотя бы отрезали бы ему вот так вот, блядь, отрезали, да, и башню бы сюда куда-нибудь. Ну, в общем-то, это и будет, наверное, Батчат, если так отрезать. Вот, в общем-то, ну, такая тут тактика тут одна, только пропускать вперед более бронированные танки, да, чтобы там, или по засвету стрелять. Все, блядь, больше тут никаких, вообще тут больше смысла нету никакого. Я честно вам скажу, что, в общем-то, если на этом танке играть, то можно, конечно, нагибать, но это не по мне. Я вам признаться честно, я на нем всегда проебываю, в основном на этом Lorraine. Почему проебываю? Потому что мне не хватает терпения, да, пока барабан зарядится, надо съебываться, блядь. Пока туда-сюда, пока там... в общем-то, он еще и быстрый, да, у меня есть возможность быстро куда-то доехать, да, я всегда первый выезжаю, мне так хочется, прям всегда рвусь в бой, мне всегда пизды сразу дают. Вот, поэтому, как бы, это не мое, честно вам скажу. Но я думаю, что Батчат меня не должен разочаровать, хотя, не знаю, эта ветка
в общем-то, АМХ-1375, там, да, вот это 1390, это все клопы, это такие ушлепки, тоже мне они жутко не понравились. Вот это слонопотам ушлепок, тоже из этой партии. Вот, только он, видите, наелся, этого самого, как его, каши наелся, вот такой стал жирный, блядь. А все, в общем-то, одно и то же. Жирный таракан такой. Поэтому, ну, не знаю, мне, честно вам скажу, я думаю, вряд ли у этого танка есть какие-то свои фанаты, да. Ну, не знаю, ну, хотя все может быть, но я что-то крайне сомневаюсь. Вот, ну, как бы на нем играть можно, да, ну, блядь, не знаю. Не знаю, очень проблематично, по крайней мере, мне. Значит, ну что, давайте нажмем исследование. Значит, на батчат здесь, на 10 уровень, здесь требовалось 200 тысяч опыта. Я вот решил 36 тысяч опыта, да, движок не стал я исследовать, и решил я все-таки как бы сэкономить, да, чтобы скорее батчата купить все-таки батчата, чтобы мне на этом слоне больше не играть. Он очень здоровый, блядь, это какой-то пиздец, он очень огромный, вот, светится как новогодняя елка, в общем-то, не вы засвечиваете, а вас засвечивает из-за таких габаритов, вот. То есть, вот это вот оружие, да, когда вы купите этот танк, значит, оружие 7 уровня, у него пробитие, вот посмотрите, 170, да, обычным снарядом, вы вообще практически никого пробивать не будете. Ну, так, если там, ну, блядь, крайне редко, я на этом оружии где-то малец поиграл, и потом сразу же за свободный опыт, по-моему, вот это купил. Потому что в такой, в стоковой комплектации этот танк вообще полный урод, полная уродина, какая-то, просто пиздец, играть нереально, вот. Хорошо, еще башню здесь не надо прокачивать, а это было вообще бы финиш, финиталя комедия было бы вообще. О, значит, я покачнул эту пушку, вроде как ситуация немножечко улучшилась. Видите, у него 232 обычный снаряд, 263 миллиметра бронепробиваемость голдой, в общем-то, ой, да, голдой. Средний урон где-то 300, ну да, вот так он на 280-340, вот так вот он хуячит, нормально, вполне. Вот, еще из косяков, если куда-то вдаль стрелять, он очень кривой, то есть у него какой-то разброс тоже нереальный. Если, грубо говоря, кто-то засветился там на горе, нужно быстро ему въебать, да, пока он свою бошку повернет, в общем-то, будет круг сведения, не в рот ебовый. И даже если в цель, да, он часто стреляет то влево, то вправо, то вверх, то вниз, то хуй его знает. Вот тоже такая фигня бывает, как бы, и время сведения у него, видите, 3 секунды. Так что не все так хорошо на этом танке, честно вам скажу. Вот. Гонит, да, он нормальный, но вот в такой комплектации, в какой я его качал, да, конечно, мощи-то не хватает. В общем-то, мощи не хватает в каком плане? Барабан разрядил, да, и надо быстренько задом сдавать и куда-нибудь уебывать, да, ноги в руки, пока вас не разобрали. И мощи ему, честно говоря, не хватает. Поэтому, если вы будете качать, то, конечно же, движочек тоже возьмите, так будет повеселее. Вот, значит, что там еще-то? Прочность 1600. Масса, ну видите, да, там вот он и называется Лорейн 40, вон, 40 мощность двигателя. Так, максимальная скорость, ну, в стоковой комплектации, я имею в виду движок, да, какой на самом первом я играю, где-то он 40 хуячит, где-то 40 вот так вот гонит. Ну, нормально, 40 там, 45, тоже вполне ничего. Скорость поворота, да, он так быстренько довольно-таки должен поворачиваться. У меня он на том движке как-то медленно, блядь, разворачивает свою жопу. Вот, видите, бронированный корпус, ну, даже стыдно смотреть, 40, блядь, 45 бронированной башни. Вот, урон базовым снарядом от 225 до 375, ну, нормально, я говорю, барабанчик, если грамотно разрядить, да, то точно кого-нибудь можно уебать нормально. Бронепробиваемость, вот 174-290, скорострельность, 6 выстрелов, да, в общем-то, да, 6 выстрелов, почти 7. Скорость поворота, обзор 400 метров. Вот, ну, в общем, вот так вот. Значит, из модуля что я поставил-то? Скорость сведения плюс 10. Улучшенная вентиляция, ну, так уж поставил, думаю, мало ли ему. Даже не знаю, честно вам скажу, зачем я поставил. Ну, просто, чтобы он ко всем умениям экипажа, да, там, плюс 5. Я даже сам не знаю, что на этот танк, блядь, ставить. Взял, короче, поставил вентиляцию. И вот эту хуйню поставил, тоже всем советую. Минус 20 к разбросу при движении. Потому что, если вы, допустим, гоните, да, где-то там по полю хуярите, вот, где-то там враг засвечивается, да, вы поворачиваете башню, да, сходу, и у вас останавливается, и у вас пиздец круг будет такой. Пока он сведется, вам уже надолбают так, что пиздец настанет. Вот, поэтому
Лучше вот эту фигню поставить, да, по крайней мере, время сведения реально будет меньше у него, реально, намного, это очень хорошая вещь, помогает тоже с ней как бы повеселее становится, вот. Ну что, в общем-то, вот такой танк, он барабанный, значит, вся эта ветка практически средних танков барабанная, как и Батчат, да, как и Лорейн 40Т, АМХ 1375, 1390, там еще какой-то еще мелкий там шпендель. Все они, короче, в основном барабанные идут, но это как бы, я говорю, на любителя, эта техника не моя, сразу говорю, бои, наверное, я так более-менее подбирать, ну, хуй его знает, не знаю, сейчас давайте попробуем сначала, ну, я не знаю, пару боев я, наверное, выложу, да, но больше я, наверное, не буду выкладывать, вот, может, один бой выложу, может, два, не знаю, я просто сейчас обзор записываю, да, потом буду уже играть и записывать, комментировать, вот, поэтому, ну, не знаю, выбор ваш. Кто качает Батчат, качайте скорее Батчат. Вот, потому что этот танк, блядь, он очень жирный, очень здоровый, светится, блядь. В общем-то, все его пиздят. Вот, и как бы ни о чем этот танк, не знаю, мне он, честно вам скажу, он не говно, да, вроде ненормальный, какой-то так, какой-то серая мышь, в общем-то, этот танк так. Хуйня какая-то. Не защититься ни от кого нельзя, блядь, никак это самое. Все тебя пробивают, блядь, все тебя пиздят, все тебя шпыняют, блядь, все тебя стреляют. В общем-то, все выбирают главную цель Лорейн 40Т, потому что он здоровый, в него еще легко попасть. Вот он еще пробивается. Вот, ну что, вот еще такой обзор. Давайте посмотрим бой. Че, карточка рудники. Обратите внимание, если поставил оленемер. То есть, видите, как у меня теперь все красочно, все красиво. Теперь вижу статистику. Вон, я даже смотрю, у меня 52% побед. Видите, как все здорово. 14 тысяч боев. В общем-то, средний игрок я. Ну, я таким и являюсь. Шанс на победу 63. Очень клево. Жалко, я раньше не ставил оленемер. Вот, мне как-то что-то сейчас с ним... Я пару раз сыграл, мне что-то понравилось. Прям статистику, видишь, так клево. Вот. Ну что, Е75, Е50, Лорейн 40Т, Т54, Е1, 2 Т54, 2 Фоч. В общем-то, нормальный расклад у них тоже. Т54, Е1, 2 Т54, Фоч, Т30, Т95, как раз черепаха. 2 объекта, 704. В общем-то, не такой и плохой расклад у каждой команды. Че, направляемся мы на стоковом движке. Видите, как он едет? А, нихуя себе, даже видите, полтишку он едет, Лорейн. То есть, что будет, если еще поставить движок получше? Наверное, улетит нахуй. Вот. Чё, пробираюсь я сразу, пользуюсь своими, так сказать, скоростными способностями, пробираюсь я на гору сразу, да, забираемся мы на гору, чтобы пока эти все долбоебы сюда не приехали, вот видите, у меня как раз еще и барабанчик зарядился, эти двое, блядь, меня как бы не зацепили очень хорошо ему, он еще Т-54 уже начинает навешивать, видите, как я обломал здорово Т-54, ха-ха-ха, вот, то есть, ну и пока она... Значит, тут маячит, мы давайте уже приступим, значит, к боевым действиям. Он ж, ёлка. Вот видите, как, вот видите, ёлка, чем интересно. То есть в неё хуй попадешь, она очень мелкая. Вот если только так, когда она остановилась, вот 278, она тоже получила. Вот, все. Барабанчик, собственно, я все 6 патронов расстрелял. 38 секунд, ну где-то 40 секунд, в общем-то. Рассчитывайте. 40 секунд на зарядку. Видите, вот мне что не нравится, блядь, отстрелял, все, пиздец, короче, стоишь. Вот, ну, как бы надо, конечно, считаться, если бы у него еще и перезарядки не было, да, ну, тогда бы ему, наверное, цены бы не было. Даже можно было бы простить ему эту картонность. Вон, ГВ Пантер Арта, вот. Видите, как я хорошо пробрался, он там у них, вижу все их ПТХи. Вон, значит, начинаем мы кромсать, значит, объект, вот он, блин, из-за света пропал. Вон, видите, хуяк я раз, а он правее стреляет, блядь. Это, блин, такая вот способность. Фаталити такое от Лорейна 40Т. Вон, Су-152 пытаюсь попасть. Он пару раз попадает, 300 хп у него остается. Все, барабанчик я опять разрядил, собственно. Он еще арта туда им захуячила, туда по их базе прям заебись. Су-152, короче, допиздил. Это что там, М40-43? Это что, ядро, что ли, захуячило? Да, ядро, короче, уебало. Американская из пушки, блядь, туда захуячила. Ихняя ПТХ подохла. Видите, я там прям стою. Прям вот
вообще чудеса, да, я прям один наверху стою, тут еще и барабан себе спокойненько заряжаю, вот, никого нету, просто песня. Вот, ну что, сейчас мы будем смотреть, кто там есть снизу, да, кому, все, барабанчик у меня зарядился, кому еще пиздануть-то, а, во, едет, короче, сушка, видите, как хорошо, пока она развернется, мы ее уже, собственно, забираем. Он там мне не нравится. А вон арта как раз, кстати, батчат-то. Вон она светится, видите, как хуяк, блядь, и выше. Вон, хопа, блин. Видите, все-таки у нее разброс пиздец. Арту мы тоже забрали. Два патрона у меня осталось. Он еще один, значит, объект стоит. Видите, как заебись. Раз, 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 раз. Зашевелился сразу, все. Зашевелился. Пока он развернется, этот объект. Вот, хорошая ПТ, но, блядь, конечно, пошустрее бы и вообще было бы заебись. Вот, что, очередной барабан заряжается у меня? Немощи, бля, рвите их. Рвите их. Да хуй там, рвите, блядь. Меня пропустили наверх, видите, я им всю малину сразу изгадил здесь. Они, видно, у них был план такой, чтобы всех нас порвать. Видите, а я им что-то малец поднасрал здесь хорошенько. Ой, этих в НПТ-х засветил и арту, блядь, нормально. Вот, чё, барабанчик у меня зарядился. У меня еще, значит, сколько? Да, у меня еще раз, два. Короче, у меня еще 5 барабанов я могу заряжать. Чё, начинаем пиздить объекта, да, потому что он сюда наших не пускает, в общем-то. Видите, как хорошо. Ну, барабан тоже, в общем-то, нормально, да, но... Вот если он меня сейчас уебет, видите, он меня не уебал. Сейчас бы он меня сразу бы на все жизни бы почти ёбнул. Он, значит, Т-30 еще получает. Фашист гранату. Вот, все, барабан опять разрядился. Т-30 захуячили. Он объект 704 там что-то лазит. Арта не дремлет. И, в общем-то, всего 4000 нанес я урона, 3 фрага. Это хорошо, меня, короче, пустили на агру, вот. Если меня на агру бы не пустили, я бы, честно вам скажу, что я даже не знаю, что делать. Надо, возможно, я сюда, наверное, поехал. Все, если меня на агру... Ну, потом бы я объехал сюда. Все, потому что там мне было бы стреляться с этими объектами, с хуектами. Мне бы, конечно, было бесполезно, вот. Ну что, в общем, вот такой вот бой. Второй бой я, наверное, не буду на нем играть, на Лорейне. Я, наверное, буду... уже батчат скоро покупать, да, пока, думаю, больше на Лорейн не буду, у меня, честно говоря, не особого такого вызывает этот танк желание, это просто как бы повезло, что меня пропустили, я им пиздюлей сверху надавал сразу, вот, так что, ну что, давайте посмотрим результаты боя, как бы, качать вам этот танк, играть на нем, или вообще, ну, качать эту ветку или нет, решать вам, ну, как бы, всем любителям барабанов посвящается вот это вот.